Маш. Никого рядом. Все, валим отсюда. Я, поскольку, как это называется, не обладаю... Не обладаю юридическим знанием в этом вопросе, скажу так. Я видел прецедент, блять, когда у человека удаляли аккаунт за нарушение каких-то там соглашений Steam, но он под суду отсуживал у них копии игр, вот. Это понятно, но, блядь, большинство людей, во-первых, нету возможности, блядь, суд проводить. И плюс это, смотри, смотря в какой стране проводится суд. Ну какая разница, в какой стране? Нет, я... Большая, смотри, нет, я не про это. Я имею в виду то, что... Я к тому и веду, что в любом случае эту игру я отсужу у них. Нет, ты можешь там использовать какие-то отдельных стран, зависит конкретно от страны, в которой это есть. Если в стране предусмотрено то, что ты имеешь возможность, блядь, получается конкретно, вот, допустим, вопрос о возврате. То же самое, которое раньше вот в Стиме практически нельзя было получить возврат игры, блядь, ну, рефант обычно. И это все конкретно началось, по-моему, блядь, с Австралии и Германии. То есть там законодательно это ввели, им пришлось за счет того, то, что если они в одной стране, они уже там, как-то сказать, подали, начали остальные страны эту хуйню подавать. Точно так же и в России был за счет этого суд, кстати. Они обязаны после этого, блядь, были возвращать всем вообще пользователям в Steam. Я про это и говорю, то есть я веду, я именно, ну, блин, я вел к тому, что независимо от того, как это называется, что там может быть написано в плане того, что... Это как-то намекается, что, мол, да, ты арендуешь аккаунт, на самом деле, нет, по каким-то хитросплетенным их договорам. Нет, смотри, а почему вот эту всю хуйню вообще вели с рефандом? Это просто конкретно трудовой закон, господи, я забыл, как это хуйня называется, законодательство, бля, конкретно про купли-продажи, бля, сейчас покупатель имеет возможность вернуть товары в течение 14 дней, там. Это прописано изначально законодательство, а это, когда ты подписываешь, бля, соглашение... Там сразу идет вот эта хуйня насчет того, то, что, блядь, ты просто именно сразу заранее, блядь, мне пизда. Да, всем пизда, не переживай. Нет, мне реально пизда, меня сейчас сожрут собаки, блядь. Меня тоже. Я поэтому начал шмалять. У меня просто оружие ближнего боя нету, проебался. Да, давай. Мне нужна аптека. У меня аптечки вообще нихуя нет, так что я, блядь, сосу. Где-то была, я видел. Просто конкретно вот эти вот имущество конкретно, оно выходит в арендное право на имущество. Не, я к чему вел? То есть у меня мысль такая была из-за того, что как бы... Аптечки. Как раз-таки, ну, я взял уже, у меня есть. Бля, мне трудно нормально изъясняться, потому что я не знаю конкретных, конечно, юридических терминов, как ты. В общем, смысл такой. Поскольку я знал, что читал из новостей, что были суды по подобным, то есть вещам, что у человека забанили стимовский аккаунт, но у него там было что-то около сотни или с чем-то там игр туда-сюда. И он подал на Steam в суд, затребовав вернуть, как бы, ну, копии игр или возврат денег. И он выиграл, ему вернули за 100 игр деньги. Это в зависимости от нарушенного пользовательского какого-то либо, блядь, вещей. То есть за некоторые вещи тебе это не вернут, за некоторые могут вернуть, да, естественно, да, если ты там. Ну, я к этому вел, что даже при условии того, что аптечку ты взял. Вот тут что-то есть. Блять, мне нужны расходники, чтобы я хотя бы, можешь, приз какой-нибудь выбью, блять. Возле меня разрушил. Ладно, не суть, это все охуенная адвокатская эквилибристика, поэтому. Где? Ты главное так, ты, понял. Блин, это тройка или тройка? Где мы убивали белых этих. Фиолетовые патроны. Ты главное понял, что я тебе хотел донести. Спасибо. Что мне дали, блядь, улей? Охуенно. Чё плохого? Да, блядь, не знаю, блядь, он почти никогда не работает так, как надо. У меня... Но это в твоих руках. У меня... Я не спорю. Я не могу его передать, извините. У меня сечек пока не было. Самая хуёвая — это шумовая. Мы тут афакашим или что? Мне просто надо знать. В смысле, мы этот... Я готов. Идем? Я готов, паник, ты готов? У вас ассасин карту никто не открывал.
Ассасин, блядь, справа внизу, там сразу выход. Мы не, блядь, мы не успеем уже. А. Поэтому нахуй его. А. Ну, блядь. Да мы бы даже все равно не успели, даже если бы не пиздили, да, и собаками. Да это понятно, блядь, там люди сразу это... Ну пошли, какие проблемы. Блядь, мразь. Что, кто-то не привит? Вот это, конечно, пафосная, как его, стойка с двумя пистолетами вверх, когда бежишь. Пистолеты надо перед собой держать, чтобы можно было сразу начать шмалять, а не в воздух их тыкать. Настройки, выкладку смени. Тут два. Не, он про внешний вид говорит. Охой, ну, блядь, тут можно бегать так. Я сильно сомневаюсь, что это от зависит. Не, я не, ну, я, не говорю, что это, я не говорю, что это не так. Не, там не так бегает, это просто на ЛКМ у тебя сразу от бедра смотрят. Не, погоди, вот ты остановись и пройдись пешочком. Вот, он даже пешочком идет с поднятыми. А у него какая демоп? Ты с каким играешь? Охотник или этот? Нет, классический охотник. Ну, в смысле, тебе надо прицелиться сначала. Да, 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 да. А вот у кого-то из вас... Не-не-не, смотри, там ЛКМ просто сразу от бедра начинает стрелять. Там бегать этот момент нельзя на шифте. Короче, у меня просто чел играет на этой хуйне. Короче, по-идиотски выглядит, как раз. Мое мнение. А, третий раз взять нельзя до сих пор. Это не баг, это фича. Это фича. По логике, по все логике. Деньги сперли. Я играю... Ну, по логике ты играешь. Я не хочу продолжать этот разговор, тут игра в сратая. А, ну, да нет. Тут надо либо так делать, либо так. Вот я поберу деньги из кассы. Вот с хуя ли я должен с вами делиться? Я заберу все деньги. Либо по логике должно быть деление на три части. Можно, и... пожалуйста, потише, да, мы уже в зоне. А, давайте не будем подходить с кучей окон, за которых нас пострелять могут хуем собачьим. Их сначала открыть, блядь, надо будет, они все зашторены. Ну, да, вдруг они ВХ. Тут гонщик справа. Если не ВХ, блядь, то нам и это не поможет, знаешь ли, блядь. Ничего не знаю. А, они на жестяной крыше, один из них. Отлично. Как увидишь, начинаешь малять. Хуя на втором этаже. Пометки. Они хотя могут стрелять через прям... Через закрытые эти... Сейчас я выстрелю. Опа. Что было? Да. О, это, блядь, он завязал эту хуйню. Грунт охуенно этот, когда влетел в ловушку, которую нам оставили. Вижу. У меня здесь. Попал. Давай. Хилься, 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 уйди, блядь, похилься. Дай мог кинь в открытое окно. У меня на донышке было, если я спрыгнул бы, я бы, блядь, сдох хуям. Банку с говном кинь в открытое окно. Да я понял, я понял. Только мне надо, чтобы меня прикрыли, блядь. Он потише, кто-то возле меня бегает, там по-моему. Там Майра рядом. Это я. Они закрыли. Пали по мне. Маник, там щели есть в стене. Кинь динамитную шатку, шашку внутрь. Вот с твоей стороны щель. Вот. Вот впереди, над тобой. Над тобой. Вот здесь вот есть щель. Не это, а вот сейчас вот. Вот да, вот. Надо было подольше в руках подержать. Чё ты меня бросил? Не, не меня. Где он, Маник? А, это грунт. Здесь в углу. По нам сзади стреляют? Нет, это я стреляю. Не мог стреляет. Ну там одному с мусинки прилетело, блядь.
Упает по мне. Через стену как-то. Контрастная бочка слева. Че, проверить, это может через стену пройти? Ну, в смысле, я пробил, блядь, только что нахуй эту, блядь, лампу там. В левом окне. Кто-то хотел проверить, бросая лампу. Хотел проверить, лампа может сжечь ставни? Нет. Хуям, было бы неплохо. Блять, за пидорас только что дуло, блядь, торчало. А, погоди, а почему оно, кто-то его разъебал? Или... Кто-то там не разъебал? Нет. Да, они разъебали, скорее всего. Или динамитом. Блядь! Сейчас въебало получу. Тебе залечиться надо, ты тебе с крупного калибра ляжешь, шарик. Да-да, я знаю, сейчас, да. Аптечки нету, блядь. Надо лечиться, это получается. Маник разобьешься. Ты шприцы надо тратить, тебе не восстановят полностью. Я уже шприц тратил. Я лимонник. А. Это было близко. Если окно открыто, накинь туда банку с говном. Я уже кидал. О, кстати, да, хорошая идея. Вот это, да, вот это хорошая идея. Лови. Ну чё, красная бочка. Пидоры все привиты? Там будет аэро. Там он меня проходит, даже если привитый. Не шо за выстрелы нахуй? Это я расстрелял. Че, не работает, типа, что ли, больше? Чего, стреляй больше? А, нет, спасибо. Я подрачу. Я не знаю, что хотел. Бочка рядом с тобой красная. Да знаю я, блять, на. Дорви ее нахуй. Вот это тут. Ты зря по мокрой стрелял. Спасибо. Где он? Ай, блядь. Ну, над тобой, а я тайр смотрю, над тобой к стене. Да, да, я знаю. Можно ремонт переключить. Есть, запрыгался. Маник, можешь дымом переключиться? Подними его! Дымо, подними его! Я держу его! Я не могу, блядь! Сам яд! Хуево, блядь! Дымок, надо поднять. Я знаю, мне надо... Блядь, у меня хила нету, блядь, меня с крупный кал убьют. Колючку разрушь. Ладно, я его ты... подниму. Они не выглядят через яд, через окно. Тебе динамит бросает. Есть! Ебой! Это все трое? Как я всех убил? Двое. Вам надо атаковать, чтобы он не поднял своих. Ну пушим, че? Две подсказки лежат, он нас не видит. На лестнице. Ой, колючка на лестнице. Да я вижу. Как ее разъебать-то, я забыл уже. Другой отряд не эвакуировался, там выход рядом, к вам на граде. Он здесь, блядь! Блядь, как туда нахуй зайти, блядь? Говна, сука, кусок они. На них там лестница есть, вернись. А их подняли? Он здесь? Не, они здесь. Он здесь. Попал один раз из лебеля в бор. Помогите. Я занят. Он ошернулся, ну ебаный в рот. Иди в жопу. Меня игра победила, блять. Все, есть. Я всех убил, я крутой. Осмотрись, смотри, наградники не эвакуировались. Нету никого. Карту, берите всю хуйню. Да, все, валим отсюда. Как я, блядь, не разъебал? Я три раза по ней ударил. Вот как эта хуйня работает, блядь? Ебаная игра, уйди на... Я бомблю. Вот тут, блядь, кто? Вот, блядь, куда она делась, сука? Я четыре раза по этой хуйне вот треснул, блядь. Топор.
Аптечка тут где-нибудь есть? Просто пиздец. Где-то была. Нанизу вроде я видел вот это на здании, посмотри. Хорошо. Сука, блять. Ну и куда? Мы что, мы съебываем? Всё, на выход, ну, да. Тупо на юг и все, блядь. Иди, Сайра. У меня нечем. Там вон только что маник пополнился с ящиком. Все, нашел. Там три ящика рядом. Где ящик? Ну, метку дай мне. О, кто-то там, блядь, я сейчас, блядь, бомбану нахуй. Ебать, они тут растяжек давай, наставили, ебаные минеры, блядь. Бомби, я уже бомбанул. Сундук здесь. Собаки, трош. Наш. Никого рядом. Все, валим отсюда. Блять, мне нужна нахуй аптечка. Всем надо. Если у кого, блядь, есть медицина. Кто не жадный? Я жадный. Ну чё, я шокный, блядь, даже Спрингфилд, блядь, заранее предупреждаю. Сейчас мы тебя найдем, успокойся, господи. Чё ты переживаешь? Найдем мы тебе аптеку. Она ближайшая здесь? Ну, вроде как. Ну, если, блядь, на юго-восток идти, мы к ним просто придем. Когда ты смотришь карту Даймоп, я не вижу. Мы идем вот сюда, посмотри на меня. Да, ближайший, ну. Ближайший, нижний левый. Парни с наградой не эвакуировались. Их, скорее всего, прижали. Да. А мы стреляем не очень, поэтому пойдемте на выход, пожалуйста, ладно? Да, то среди вас подлый предатель. Так, я не предатель, не надо. Не надо, не надо, я Чип этот... его укусил, а, Дымов не знает, кто нет, это. Нет, нет, вот не надо, не надо. Чип меня не кусал. Засосал. Нет, я всегда таким был, не надо. Я не веду себя как Чип, это большая разница. Вы не понимаете, это другое. И это другое, да. Так что не ты надо. Чип не ты. Я выставляю приоритеты. Я хотел победить, я победил. Спасибо. Ты Дейл, да? Чё? Ты Дейл. Дейл? Спасибо. Расшифруй мне, я не понял. Я тупой, я не понял. Я правее пойду. Чё у нас? Ничего у нас. И потом, кстати, я тут вспомнил, а куда делось вот это правило, что типа никто ни на кого не в обиде, если это, когда кого-то положат, кто-то решит съебать. А? Чё молчим? Прошло две игры, ты до сих пор это вспоминаешь. А? Уже мне это до сих пор предъявляет один тут сидящий полковник. Крыса. Иди в жопу. У нас было правило, я по этому правилу играю, все. Не я их, не я правила устанавливаю. Какое правило, которое ты только что придумал? Какое придумал? 100 раз было так, что типа ты говорил, что когда вот это меня положит, и это, ты говоришь, что если ты это закончишь ебать, никто не в обиде. Че, не было, что ли? Если все положено, если все мертвы. Наверное, так-то было. Какой все, когда вдвоем играем, тоже все, что ли? Игры пишешь, пришли мне этот отрывок.